Учебно-методический сбор, инициированный Управлением внутренних дел Брестского облисполкома, собрал на одной площадке представителей силового ведомства, специалистов исполнительного комитета, а также средства массовой информации и внештатных корреспондентов. Основная цель семинара – изучение новых форм и методов работы в сфере профилактики правонарушений и преступлений. Эти добрые начинания, эти хорошие отношения, которые складываются у представителей органов внутренних дел со средствами массовой информации, мы хотим немножко привнести новый, может быть, импульс, новый стимул для вот этой совместной работы. Взаимоотношения со средствами массовой информации у нас достаточно прочные, устоявшиеся. И, пользуясь случаем, я не премину, конечно, сказать слова благодарности за ту работу, которую делают они, показывая и работу органов внутренних дел, ну и, конечно, как раз вот занимая позицию государственных органов власти по привитию, опять же, повторюсь, законопослушного поведения у граждан. Слова благодарности были подкреплены грамотами за активное взаимодействие с правоохранительным ведомством в вопросах гражданско-патриотического воспитания молодежи и личного состава, а также за оказание содействия в пропаганде деятельности милиции. Благодарственный документ получила и главный редактор телеканала БукТВ Лариса Осмолович. В рабочей части встречи были заслушаны несколько докладов в центре внимания медиапространства Брещины, его информационная составляющая, возможность сочетать и грамотно комбинировать важную, полезную и развлекательную информацию. Останавливаясь на деятельности региональных СМИ, хочется отметить, что перед государственными СМИ стоит очень важная и ответственная задача. Важна эта задача потому, что в целом вливается в концепцию реализации государственной информационной политики по обеспечению прав и свобод наших граждан. Сложна она в силу специфики деятельности наших редакций. С одной стороны, мы своего рода реализуем государственный социальный заказ освещая те или иные направления на страницах нашей периодики, телерадиопередач. Есть некий блок информации, обязательный для опубликования во всех изданиях. С другой стороны, сложность в этом и заключается. Чтобы балансировать, редакция могла балансировать на грани интересов граждан, позитивном, интересном, обширном чтиве и теми информационными материалами, которые предоставляют органы государственного управления. 21 век высоких технологий, и ему важно соответствовать. Постоянно развиваются и модернизируются не только средства массовой информации, но и отделы, которые отвечают за работу с общественностью внутри правоохранительного ведомства. Несколько инновационных разработок были представлены и в рамках прошедшего форума. На суд жителей края вынесена кандидатура на роль главного мультипликационного милиционера, который в будущем сможет помочь подрастающему поколению не преступить закон, а также новый сайт госавтоинспекции, имеющий дополнительные функциональные возможности. Наша основная цель – это интерактивное общение со всеми категориями участников дорожного движения, то есть живое общение. Если на старой версии сайта, как говорится, мы только подавали информацию, да, но мы никогда не получали в ответ, чего хотят люди. Возможно, будут какие-то действительно дельные предложения именно в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в сфере изменений в организации дорожного движения. Поэтому я думаю, что именно новым дизайном, именно новым функциональным нашего сайта мы добьемся еще лучшей ситуации на дорогах Брестской области и станем ближе ко всем участникам дорожного движения. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, телекомпания БукТВ.